Бисмиллахиррахманиррахим. Аллахның рахмәте һәм мәрхәмәте сезләргә булсын. Ихтибарыгызга бөтен дөнья татарлары конгрессын Башкортстан вәкиллеге һәм Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясының бөек ислам тәгълиматына багышланган дини иҗтимагый программасының бүгенге чыгарылышын тәкъдим итәбез. Ассаламу алейкум, газиз ва газаматлы милләт. Кешелек дөньясының күкләрендә Раббани кыяш булып балкыган ислам динебезнең бүген мәгънәви һавасыннан сезләргә мәгълүматлар. Үзегезгә мәгълүм, һәр гасырның, һәр дәврнең хәл итәргә кирәк булган бик мөһим мәсьәләләре бар. Шуларның әһәмияткә лаек булганнарының иң әһәмиятлесе ул олуг ватаныбыз Русия һәм Башкортстан, Татарстан төбәкләрендә яшәгән мөселманнар хаяты белән баглы булган мәсьәләләргә кагыла. Бүгенге программабызда без Татарстан Җөмһүрияте банк хезмәткәрләре һәм Татарстан мөселманнары диния зиратының аның ислам банкысының принципларына кагылган фикерләр булачак. Әйе, яхшы ризык, сыйфатлы ризык тәнгә, гәүдәбезгә файдалы булган кебек, гыйлем дә акылыбызга зур тәсир һәм куәт бирәдер. Хәзер сезнең игътибарыбызга бу форумга аның мәгънәви һавасына җан ручы, шөһрәтле банк хезмәткәре Ильдар Рустам улының фикерен тәкъдим итәбез. Вот в народе говорят: стремитесь к невозможному, чтобы добиться возможного. В это нельзя не верить, потому что с верой нет ничего невозможного. Но без веры ничего невозможно. Вот фактор исламский банк, его актуальность в быту российских мусульман. Насколько это является объектом вашего внимания? Тема очень актуальная сейчас стала, насущная, и она связана в том числе с проводимым федеральным экспериментом по партнерским финансам, так называемым. Вот. Но мы расширили сферу предлагаемых продуктов для клиентов и предлагаем, и по чуть-чуть выпускаем всю продуктовую линейку банковскую. В первую очередь мы начали с расчетных продуктов. Это расчетный счет, корпоративная карта. И часть продуктов мы уже подготовили и согласовываем с духовным управлением мусульман. Вот. Поэтому для нас тема актуальная. Клиентам очень интересно. Когда мы встречаемся с клиентами, они рассказывают про свои потребности, что есть заинтересованность в том или ином продукте. Мы их слышим и готовим для них предложения. Изучаем опыт зарубежных банков. Вот. Мы пошли по пути реализации исламских окон. Такая практика есть в Великобритании, в Лондоне. Классические банки открывают исламские окна и предлагают исламские продукты. Вот. Мы открыли для себя это направление недавно, и сейчас активно его развиваем. Мусульмане – это есть лицо ислама. Так ведь? Значит, мечети, храмы – это тоже лицо ислама. Скажите, пожалуйста, как вам часто обращаются для развития религиозных объединений? Ну, скажем, для строительства мечети, насколько это реально? Обращения есть. В основном их рассматривает непосредственно руководство банка, наш представитель правления Зуфар Фанилович. Мечети обращаются по разным вопросам, в том числе по любым банковским продуктам. Допустим, им нужно открыть счет, поставить терминал для приема пожертвований. Сейчас есть новая система приема платежей, называется СБП. По QR-коду клиенты могут навести телефон и сделать пожертвование. Очень удобно. Поэтому различные обращения есть. Мы стараемся пойти навстречу. И сейчас, если честно, в первую очередь мы занимаемся тем, что работаем с мечетями по всему Татарстану, Башкирии. Выделили для себя эту группу. И с ними сейчас активно общаемся по поводу того, чтобы они попробовали наши продукты. Хорошо. А насколько реально, например, получение ипотеки для религиозной организации, для юридического лица это должно быть или для физического?
Как тут рассматривается? Смотрите, на данный момент у нас уже готовый продукт, который уже работает и клиенты пользуются, это исламская ипотека для физических лиц. Вот. Очень большой спрос. Есть клиенты, которые по нескольку раз уже этот продукт использовали. Для юридических лиц у нас тоже готовится продукт. В ближайшее время он будет. Могут ли не мусульмане пользоваться услугами вашего банка? Конечно, могут. Мы не ограничивали. Любой клиент, вне зависимости от вероисповедания, национальности, может прийти и подать заявку на тот или иной банковский продукт. Поэтому он доступен всем. Бу харакатыгыз жимля бізге нинде бір тезлік білян, нинде бір халқыбызның көңілін, мухаббат үлфатын өзіне торта. В первую очередь удовлетворяются потребности клиентов, которые хотят этот продукт. Раньше его не было, а сейчас есть. Поэтому они рады, что такой продукт есть, и можно им пользоваться и не нарушать шариат. Вот. Поэтому удовлетворение определенное уже есть у клиентов от этого. И у нас тоже. Потому что клиенты довольны и в сотрудничестве с банком продолжают и дальше пользоваться этими продуктами и остаются довольными, удовлетворяются их потребности. А нам это очень важно. Ашбу форум. Ихлас махалабзнинг имам хатиби бутун дунё татарлари конгрессининг Башқуртостан вакиллигининг жетекчиси Альфред Давлатшиннинг Қуръон Карим аят жалилларини ўқувӣ билан бошланди. Альфред Хазрат Давлатшин ўзининг дуғолари билан бу форум улуғ халқимизнинг уллари ҳам қизларининг маънавий ҳавосида бир шӯҳратли ўрин қозонсин деб дуғолар қилди. Форумнинг Уңышлы хизмәтләре һәм бәрәкәтле нәтиҗәләре булуы хакына сәламләп чыгыш ясаучы ул Башкортстан мусламаннары диния зиратының башлыгы мөфти Айнур Бергалин Гали җанаптары булды. Из года в год, ото дня в день все больше и больше хороших таких событий происходит у нас в жизни. Альхамдулилля, инфраструктура для жизни и для удобства мусульман у нас становится все доступнее и доступнее. И надо быть благодарным Аллаху Субхану ва Тааля и также благодарным быть людям, которые над всем этим трудятся. Да, действительно, вот у нас Республика Башкортостан вошла в пилотный регион, где исламский банкинг будет реализован, иншаллах. Вот у нас уже второй банк запускается. Это, ну, очень хорошо. И надеемся, то, что в Республике Башкортостан мусульманские продукты будут в спросе, потому что до этого у нас такого не было. Если и были, то опосредованно, и либо вообще там, ну, из других регионов. Поэтому для мусульман нашего региона, для тех людей, которые хотят воспользоваться продуктами исламского банкинга, это будет, ну, очень-очень приятно. Уже, в принципе, у нас есть полноценная возможность все совершать в рамках шариата. Особенно это касается финансовых услуг. А то у нас бывает так, если этого нет, то пошел там какой-то харамные сделки или сомнительные сделки вступают. А сегодня у нас, альхамдулилля, вот такая возможность есть. Поэтому хотелось бы поблагодарить правительство нашей республики, которое рабочую комиссию создали во главе главы нашего региона и непосредственно во главе с премьер-министром, с Андреем Геннадьевичем Назаровым, который заседания проходят у нас довольно-таки часто, и задача нашего правительства, чтобы исламский сектор финансов и услуг у нас расширялся и укреплялся. Поэтому когда нас со всех сторон поддерживают мусульмане, мы должны тоже поддерживать свои продукты, иншаллах, и поддерживать вот наши банки, которые сегодня у нас появились. Никадар шатлык, никадар куаныч тырки бізге жамағат. Бу форумның төп фикір иясы Татарстан Жумхурияты Диния Назаратының Улемалар Шурасының рейсі саркатибе Рустам Хазратлары Нурғалиев шығышының үзіклерін, төп фикірлерін тақдим етебіз. Очень отрадно, что для развития исламской инфраструктуры вот так активно включаются такие классические коммерческие институты, как банки. Ну, никто этого не ожидал, прямо скажем, да,
чтобы вот с такой любовью и осторожностью, с таким уважением какой-то банк в будущем будет приглашать религиозных деятелей, давать им трибуну, микрофон, активно рассказывать про то, что вот есть исламские продукты, вот, уважаемые мусульмане, решите свои проблемы халяльно, машины, квартиры, 5-10. Ну, сказка, прямо скажем. И действительно, эту сказку нам главное не упустить. Мы сейчас живем в такое время уникальных возможностей. Да? Руководство страны предоставляет нам возможность экспериментально опробировать инструменты, и как бы это есть наш ответ. То есть мы же много говорим, ну, говорим мы неофициально, обычно где-то в коридорах, да на темных проулках. Вот это не исламская страна, вот мы хотим исламскую страну. Вот нам... И сразу возникает вопрос, а что конкретно в исламской стране вам нужно? Мы хотим халяльную колбасу, вот тебе халяльная колбаса. Мы хотим никах, пожалуйста, читай никах, да? Мы хотим, и тут мы доходим, мы хотим халяльную ипотеку, мы хотим халяльную рассрочку. То есть, по сути, с точки зрения национальной безопасности, да, если посмотреть, это последний форпост, все. Вот этот вот, как сейчас модно у этих психологов, гельштальт, да? Вот он последний остался, понимаете? Остальных других нет. Не будет и не останется ни одной незакрытой галочки, где бы российский мусульманин сказал, мне здесь не нравится, мне здесь некомфортно. Он не будет иметь права этого сказать. А чтобы это совершилось, чтобы это произошло, нужно активно, реально проявлять свою инициативу. То есть показывать, да, я хочу машину. Не надо допускать такие слова, а почему она дороже, чем классическая банковский инструмент. Ну, потому что элементарно, халяльная курица чуть дороже, чем нехаляльная. Затраты, понимаете? А почему ипотека дороже, чем нехаляльная ипотека? Ну, потому что затраты. Потому что честно, прозрачно. Возьми нехаляльную ипотеку, а там между строк, ну, тут уже камень ваш огород, и она у тебя будет либо так же, либо чуть дороже. Правильно? Тебе здесь, смотри, открыто говорят. Халяльный бизнес, в первую очередь, честный бизнес. Халяльный бизнес, в первую очередь, бизнес, направленный на социальное, благое развитие общества. Халяльный бизнес, в первую очередь, это тот бизнес, где я против ростовщического процента, где я против распространения непристойности, алкоголя и так далее, табака. То есть все, что разрушительно влияет на общество. Значит, получается, халяльный бизнес – как бренд, это российский бизнес. То есть вот сейчас мы находимся в такой временном повороте, где в халяльный бизнес, по сути, должны включаться не только мусульмане. И у нас есть замечательные показатели. Есть у нас замечательная компания, да? Мы там запускали инвестиционный продукт, открытый паинвестиционный фонд. То есть суть его в следующем. Ты не умеешь управлять деньгами, а если отдать под грамотное управление управляющей компании, она твоими деньгами может заработать тебе деньги и взять себе какой-то процент за управление. То есть что-то вроде вклада под халяльный процент. Представляете? И она показывала замечательные проценты. 30% годовых, 35% годовых, халяльных. Вы где были? Вы представляете, что за эти годы вы могли конкретно заработать, ничего не делая? Ну, математика же простая, да? Положил миллион, через год у тебя 1 350 000. И все это было. Они сделали простую аналитику по фамилии, по фамилиям. И оказалось, 60% вкладчиков не мусульманского происхождения. Значит, получается, халяль – это просто удобно, честно, социально направлено в нужную сторону. Вот халяль – это правильно. Мы же как бы не удивляемся, когда представители других конфессий, национальностей, не мусульманских, покупают халяльную колбасу. Они говорят, а нам нравится, она вкусная. Неправильно всегда говорить только для мусульман. Это для всех, но по мусульманским правилам. Хурматли тамашачалар, ислам банкасынын тэп принципларына багышланган программабыз тамам. Ул сизлерге зирак зихин, камил ахыл билан. Иларгизге ям, ашларыбызга тэм. Хизметлерибизге куват насип эйлесин деп дуалар кылмактабыз.